друзья, встречаем сборную России, которая прибыла, наверное, в одной из самых экзотических локаций в своей истории, стадион Титаник, на котором и, собственно, пройдет игра России и Кения. Вот она, наша команда высаживается из автобуса. Бар, чуть выше. Бар, чуть выше ты вот здесь, да. Ну не такой, но...
Центрального защитника не перекрываешь, перекрываешь опорно. Никто не встречает. Юра! Вместо игрока под номером 24 Акейна Руни Оянгу на поле выходит игрок под номером 15. Хорош!
Спасибо.